Добрый день, друзья. Сейчас по калифорнийскому времени где-то мы приближаемся к 3 часам дня. Соответственно, мы приближаемся к часу ночи, да? Часу ночи в Москве, но уже во вторник, 3 мая. И сколько там осталось? В 19 по Москве, то есть через 16 часов, в 19 часов по Москве можно будет пойти и проверить результаты лотереи вот этой DV2017 Diversity, вот эта виза. Ну что же, я как бы с одной стороны желаю успеха всем, кто участвует, потому что я знаю, что на нашем канале таких много. Я хочу сказать, чтобы не огорчались те, у кого не получится. Это не единственный путь и, может быть, не самый лучший. Как бы, да, есть другие тоже. Это, может быть, так для затравки, для того, чтобы мысль начала в эту сторону двигаться. Так, это к лотерее ничего. А так, обычно в лотерею кто-то другой всегда выигрывает. Вот и деньги, и мотоцикл, и автомобиль, и там, не знаю, что там еще в лотерее разыгрывают. Как правило, это всегда кому-то еще достается. Поэтому я бы не стал сильно связывать планы иммиграционные, если есть такие, с конкретным путем, вот этим или тем. То есть разные бывают ситуации. Мир гораздо богаче, чем вот это вот мир иммиграционных возможностей, если есть интерес. Что еще сказать? Обычно, практически каждый год, когда начинается вот этот розыгрыш и люди идут проверять, бывает, что и неделю, а так уж пару-тройку дней так точно, совершенно невозможно туда достучаться. То есть вот идешь, набираешь, а там тебе говорят что-нибудь, мол, страница недоступна, там база данных недоступна, еще чего-нибудь, или такое странное сообщение напишешь и думаешь, что они хотели сказать-то. Но существенно то, что доступа нет, а иной раз ты думаешь, что и проиграл, в смысле не выиграл, там и разные были ситуации в разные годы, я так вспоминаю сейчас за много лет. Много было чудес всяких. Если вдруг вы сейчас раз так из первого захода все получится, я буду думать, это еще одно чудо, такого чуда еще вроде не было. Вот, не переживайте, оно будет доступным. И в такой момент, как вот объявление результатов лотереи, я думаю, что очень важно быть на форуме «Говорим про US». Это первая ссылка под любым нашим видео, значит, но там прямо вот есть темы, там есть статистика, объявляется, вот люди, там есть специальная тема, где человек, который выиграл, он там докладывает, чтобы видна была статистика, там географические, там, я не знаю, какие-то разные параметры, то есть люди, которые на форуме, они так активно участвуют, смотрят, тенденции какие-то обнаруживают, и просто общение какое-то есть, и там отвечают на вопрос, как быть, что делать дальше и так далее. И я хочу сказать, что у нас на канале есть достаточно популярное видео, там где-то, я боюсь соврать, много-много десятков тысяч просмотров. У нас есть видео о том, как заполнять анкету после выигрыша. Вот если вы выиграли, да, то что дальше? У нас есть видео на этот счет. У нас есть другое, тоже очень популярное, о том, как заполнять анкету для участия в лотерее. А вот это конкретно, вот оно, о том, что делать дальше. И если вдруг там будут какие-то изменения по сравнению с тем, что вот раньше было, насчет того, что делать дальше, мы тогда новое запишем. Но вот пока я не слышал, может быть там где-то будут. Ну, еще раз, ничего надежнее и важнее, чем присутствие на форуме «Говорим про ЕС», вот в такой момент, я бы сказал, что и нету. То есть, безусловно, наш канал, он как такой вектор, вот он вам дает, вот туда иди. Но мы же не можем все детали, все тонкости, вот для этого форума и нужны. Так что я еще раз желаю успехов всем, кто участвует. И остается, что там, значит, час, да, значит, час, 19, 18 часов остается
будем ждать, будем переживать, сопереживать. В общем, я надеюсь, что когда что-то произойдет, вот те из нас, кто участвует на нашем канале, там, видео смотрит, комментарии оставляет, вы и с нами тоже поделитесь, мы все вместе будем радоваться. Вот, а если там не получится, мы все вместе вас поддержим. Бывает, что так картинку себе нарисовал, знаете, очень много бывает людей, нарисовавших себе картинку. Чего они ее так нарисовали, я не знаю. Я вижу все время картинки. И вот, что сказать. Значит, но жизнь совершенно замечательна, даже если она не соответствует нарисованной вами умозрительно картинке. Вы возвращаетесь к реальной жизни, смотрите на нее, научаетесь как бы успешно действовать в рамках вот того, что реально существует, и все, и отлично. Это может быть даже лучше, чем какая-то нереальная картинка, потому что реальный мир предлагает гораздо больше, чем нереальные картинки. Вот на этом я хочу с вами расстаться и еще раз пожелать всем успехов. Счастливо!